Программа «Шипрутбек Русланов, Мортапай Кубов». Итак, Рустамов уже в ринге. Мухаммед Хоумр. Алжир. Рустамов пониже соперника. Вы слышите, как болеют, да? Но это, по-моему, не на нашем ринге. Это... Так поддерживают своего боксера на ринге А. Песнями. Вообще атмосфера такая, знаете, расслабленная, веселая, дружеская. Вот вспомним второй бой, когда довольно неожиданно для всех Зия Беловал из Пакистана одарил соперника из Конго. Так вот, когда он подошел в угол соперника, чтобы поблагодарить за бой, все его поздравили от всей души, обняли. Никакой предвзятости, никакой злости не было высказано. Победитель этого боя выходит на Винченцо Лизи, который только что раздельным решением победил своего соперника из Казахстана. Неплохо встречает своего соперника. Боксер из Алжира перехватывает атаки. Опасно сближались сейчас боксеры. Удары по затылку следуют. Раунд закончен. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Шипрутбек Рустамов, Узбекистан. Боксер 98-го года рождения. Боксом занимается 9 лет. Ринг правил 110, правил 99 поединков, одержал победу. Боксер является финалистом чемпионата Узбекистана 2020 года. Thank you.
Итак, второй раунд у нас на ринге Б. Напоминаю. Красный угол. Рустамов, Узбекистан. Хомбр. Мухаммед Хомбри. Соответственно, в синем он из Алжира. Хорошо снова встречает, посмотрите, алжирец своего соперника. Постоянно в работе его передняя рука. Много остановок. Как правило, каждая атака с той или с другой стороны в итоге заканчивается клинчем. И этот выпад со стороны Рустамова успеха ему не принес. Продолжает, в общем-то, контролировать дистанцию, действия соперника, алжирский боксер. Довольно размашисто, не совсем подготовленно действует Рустамов. Сразу сейчас Мухаммед Хомбри пошел вперед, не дожидаясь, когда соперник бросится на него. Итак, на решающий заключительный раунд выходят боксеры. Поддерживает команда Алжира своего бойца. Действительно, он действует неплохо. И снова он в атаке. Посмотрите. Довольно просто, но результативно действует Мухаммед Хомбри. Очень мало атак со стороны узбекского боксера было на протяжении поединка. И те, кто были, те, что были, тоже, в общем-то, невысокого качества оказались.
видите, да? Рустамов бросается вперед. Но так как-то очень предсказуемо, что ли. И спокойно встретил его соперник. Здесь оба бросились навстречу. Снова борьба в клинче. Заключительная минута поединка. Но качество бокса все хуже и хуже. Особенно касается, конечно, Рустамова. Смотрите, вот в предыдущем бою мы смотрели, нам предстал боксер из Казахстана, Бахитов, проиграл. Сейчас вот близок к такому же результату боксер из Узбекистана, Рустам. Казалось бы, эти школы зарекомендовали себя, узбекская, казахская, давно как лидеры мирового бокса. Но здесь, на этом турнире, это не подтверждается в той мере, в которой ожидалось, конечно. Команда Алжира уверена в победе своего товарища. Ну вот, это и подтвердилось. Но раздельное решение все-таки было.